Всем привет! Пригнали нам Volkswagen Passat 88 года. Нужно переварить один порог. Сейчас я его загоню, вам покажу. Печку мы поставили, в следующем видео вам все покажу, как поставили, куда поставили. Наш Volkswagen. Варить ему будем порог правый. Тут у него дырки, он. Будем ставить новый порог ему. Вот он. Порог он купил. Лежит в машине. Вот будем ему сейчас ставить другой порог. Сегодня надо сделать. Он попросил, если получится, конечно. Машина нужна, поэтому надо постараться сделать сегодня. Смотрите далее, все покажу. Так, загнали мы машинку. Вот у нее какой порог. Дырень. И надо ему еще вот здесь приварить. Заплатку сделать здесь, здесь. Вырежем кусочек, наверное, побольше и заварим. Сейчас снимем двери. Чтобы удобнее было. И будем сначала приварим днище, потом займемся уже порогом. Так, вот мы вырезали все, где дырки были. Вот у нас как она получилась. Вот это вот гнило. Здесь такая дырень круглая. Здесь резинка стояла. Видно, самотек, что-то от воды. Искали убрать говно это. Сейчас мы зачистим. Это железо нормальное здесь. Здесь тоже. Сейчас мы зачистим. Там идут трубки бензиновые. Закрыли. Вложили негорючую смесь такую. Ой, этот негорючийся. Вот. И будем сейчас обваривать. Заплатку сделаем. Постараемся тоже сделать такое вот ребро здесь. И будем варить. Так, ребят, зачистили мы все здесь. Сейчас мы будем вырезать железо и наваривать уже. Как буду варить, покажу. Особо не буду показывать, потому что сварка особо не видно будет. Так, когда приварю, уже все покажу, смотрите. Так, подготовили мы лист. Взяли, отрезали. И вот у нас... Заплаточку такую мы сделаем. И будет хорошо. Так, ребят, все заварили мы. Сзади поставили заплатку. Вот у нас как получилось. Сейчас снизу там подварим, загнем. И нормально будет. Так, ребят, заварили мы днище, поставили заплатку. Сейчас начнем мы... Сняли дверь заднюю, сейчас переднюю снимем и начнем вырезать порог. Как будем вырезать, я все покажу. Заднюю мы сняли вот дверь, сейчас переднюю снимем. Там, в принципе, не обязательно ее снимать, можно так подлезть, но все равно, может, снимем. И вырежем порог. Он уже варился. Вот у нас... Сейчас я вам покажу... У нас вот получается вот такие вот кляпсы здесь наварил кто-то. Вот. И будем сейчас варить. И потом купили мы вот такой антигравий. Стоит он 400 с чем-то, не помню, почти 500 рублей. Будем проходить днище и порог. Все, смотрите далее, ребят. Сняли мы, ребят, дверь. Сняли порог. Сейчас вот эти вот еще снимем от порога. И будем варивать новый порог.
Так, ребят, спилил я порог полностью, все вот эти вот зашкурил. Сейчас будем прикладывать новый порог. Если все нормально, накинем двери. Сначала на прихватке порог прихватим, накинем двери. Если все закрывается, все хорошо, то будем уже обваривать. Обварим, потом грунтовочкой, ой, грунтовочкой антигравием покроем, и все. И машинка готова на сегодня. Так, ну вот как у нас получается. Приварили мы порог, еще не до конца. Сейчас будем дальше варить. Вот мы снизу сейчас мы там привариваем, точками сделаем. И, в принципе, все, двери все подошли, все, выставили ровненько. Вот. Вот как у нас получилось. Сейчас мы до конца проварим низ, потом подшкурю и антигравием пущу ее. И все, и машинка готова. Ну все, в принципе, порог закончен. Снизу тоже там дырочка была снизу, я ее приварил, покажу попозже. Сейчас я здесь шов вот тут герметиком сделаю и проантигравлю, антигравию положу, и все, и машинка готова. Так, ребят, ну все, мы порог сделали, за антигравию положили. Вот у нас как получилось все. Ушло у нас 3 часа. Здесь мы тоже вот промазали, положили антикоррозийную, и здесь также. Вот. Ну и там снизу я не буду лезть уже. Ну и там снизу, ребят, тоже заварил. Там небольшой такой кусочек был, дырка. Я ее тоже заварил. Не буду лезть показывать. Вот. Тоже промазал, заварил, все сделал. Все, на сегодня все. Машинка сделана. 3 часа на это ушло. Ну, 3,5 примерно. Вот. Так что все, в принципе. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.